Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о местоимении «свой». Притяжательные местоимения указывают на принадлежность того или иного объекта, предмета, свойства тому или иному лицу. «Моя книга», «Твой город», «Его ручка». Местоимение «свой» относится к любому лицу. Например, местоимение «мой» мы используем, когда говорим о себе. Местоимение «свой» в пересказе своих действий. «Это мой друг». Мы говорим о себе. «Вчера я видела своего друга». Я пересказываю то, что со мной произошло. Итак, местоимение «свой» употребляется в двух случаях. Первое. Если лицо, притяжательное местоимение при дополнении, совпадает с лицом подлежащего. Например, «Мне нужно сделать свои дела. Я – мои». Значит, можем использовать местоимение «свой». Назови свое имя. Ты, твое. Здесь также можем использовать местоимение «свой». Ты назови свое имя. Назовите мое имя. Вы, мое. Здесь мы не можем использовать местоимение «свой». Вы назовите мое имя. Второе. Если речь идет об обобщении, относится ко многим или всем. Например, найти свою вторую половину. Во всех остальных случаях употребляются формы «мой», «твой» и так далее, чтобы понять, кому что принадлежит. Я ответила на ваш вопрос. Я живу в городе Минске. Я люблю свой город. А вы? Любите свой родной город? Здесь широкие проспекты и улицы, много зеленых деревьев, кустов, красивых цветов. Здесь много парков и скверов. Родители часто приходят погулять в парке со своими детьми. Также в парке можно увидеть людей со своими собаками. Я тоже иногда гуляю в парке со своей собакой. Мою собаку зовут Мурзик. Я назвала ее так потому, что у нее длинная шерсть, и она часто вымазывает свою шерсть в грязи или песке. Друзья, а у вас есть домашние животные? Вы выгуливаете своих питомцев в парке? Я люблю свой город. Я – мой. Можем использовать местоимение «свой». А вы – любите свой родной город? Вы – ваш. Используем местоимение «свой». Родители часто приходят погулять в парке со своими детьми. Они – их дети. Можно использовать местоимение «свой». Также в парке можно увидеть людей со своими собаками. Они – их собаки.
Используем местоимение «свой». Я тоже иногда гуляю в парке со своей собакой. Я – моя собака. Можем использовать местоимение «свой». Она часто вымазывает свою шерсть в грязи или песке. Она – ее шерсть. Используем местоимение «свой». Вы выгуливаете своих питомцев в парке? Вы – ваши питомцы. Здесь также можно использовать местоимение «свой». Задание. Вставьте подходящее по смыслу местоимение. Ответы. Это Маша. Это ее платье. Она надевает свое платье. Это писатель, а это его книга. Он очень долго писал свою книгу. Игорь любит свою собаку. Он идет гулять на улицу со своей собакой. Вы видели его собаку? Паша продает свою машину. А Дима покупает его машину. Ваня продает свои статьи. Его статьи хорошо продаются. Это Ира, а это ее сестра Варвара. Ира любит свою сестру. Это мой старый телефон. Я хочу продать свой телефон. Турист показывает свой багаж и свой паспорт. Таможенник проверяет на границе его багаж и его паспорт. На сегодня все. Спасибо за просмотры и лайки. Всем отличного настроения и хорошего дня!